Всем здорово, чучки, с вами Заспа, и в сегодняшнем видеоролике мы сделаем пикем на стадию этап претендентов Major Париж 2023. Нужно сделать 5 верных прогнозов на этап претендентов, но, пацаны, я не вижу смысла сидеть тут сейчас анализировать и ставить прям задротские такие пикемы, и поэтому я закуплю сегодня, и сегодня я закуплю по 10 капсул команд, которые участвуют в этапе претендентов. Какая команда мне будет падать, такую мы будем ставить пикем. Не знаю, что из этого выйдет, просто посмотрим, какой у нас пикемчик в итоге получится и пройдет ли он вообще далее. Ладно. Ну что ж, блин, очень интересно, реально. Сначала мы откроем капсулы с тем команд, которые просто пройдут. Затем уже 3-0 и 0-3. Так, ладно, первая капсула, которая команда будет 100% проходить. Поехали, первая капсулка. Гоу. Блин, очень интересно. Пожалуйста, только не бомжи. Фейзы, хорошо, хорошо, фейзы хорошо. Хорошо, фейзы пройдут, я уверен в этом. Итак, у нас первая команда залетает в фейз. Это достаточно хороший пик, фейзы должны проходить. Поехали в следующую команду, только уже другую капсулу. Блин, отсюда я хочу, чтобы мне выпало G2, OG. Блин, тут очень много хороших команд. Нипы и все, больше тут никого и хороших нет. Ладно, поехали. Очень надеемся, только, пожалуйста, не бомжи. Пожалуйста. G2, отлично, парни! Капец, я так синьки не радовался. Я очень не хочу себе руинить пикем. G2, отлично. G2 должны проходить 100%. Поехали. Так, давайте другую капсулу. Здесь нам нужны ликвиды, энцы, мауза. Ну и все, по сути все. Ладно, поехали. Пожалуйста, ликвиды, энцы, мауза. Мауза, комплексити. Ай, там золотые, блин. Ну, я не знаю, комплексити. Ну, как будто бы... Не знаю, они должны проходить, но мы их ставим, потому что выпало. Кстати, смотрите, 3 белых наклеечки. Поехали дальше. Компы, хорошо. Это не самые там прям ноунеймы. Поехали эту капсулу. Блин, отсюда нам нужны OG. Либо... А, если выпадает такой стикер, что делать? Ладно, ничего не делай, поэтому для этого я и закупил побольше капсул. Let's go. Энцы, ликвид, пожалуйста. Мауза, поехали. Энцы, ликвид, мауза, пожалуйста. Давай. Мауза, мауза, мауза. Хорошо, мауза. Мы ставим маузов. Мауза, мауспорс. Хорошо, пока у нас пикем, ну, плюс-минус идет хорошо. Три команды прям 100% комплексити, ну, может быть, пройдут. Открываем, давайте, челленджер, капсулу. Отсюда нам нужны кто? Нам нужны OG. OG Buddha, Нипы. Г2 есть уже, ну, Gamer Legion и Форзы можно еще, ладно, поехали. Главное, чтобы не этот, не Пейн вот этот. И, ну опять падает. Баст, стикер самого турнира. Let's go. Так, ликвиды, энцы. Ликвиды, энцы, пожалуйста. Ликвиды, энцы. Только не Монгол какие-нибудь, пожалуйста. Опять падает этот стикер. Хорошо. Три стикера самого турнира упало. Поехали. Отсюда я вообще не хочу Монта, не хочу Апексов. Они прям, ну, слабенькие, я думаю. OG, хорошо, OG. Отлично, отлично, отлично. OG 100% проходит далее тоже. Нам бы еще, конечно же, в идеале Энс и Ликвид поставить. Непов тоже, кстати, в идеале было бы. Ну ладно, посмотрим сейчас, что выпадет. Так, поехали, капсулка. Тим Ликвид. Очень нужны Тим Ликвид, пожалуйста. Тим Энс. Ой-ой-ой, золотая Энс. Монгоу, нет! Монголы, парни. Это 100% заруиненный пик, я уверен в этом. Ладно, хорошо, монголы. Окей, следующая капсула. Только не Монте и Апекс, пожалуйста. Только не Монте и Апекс. Чувствую, сейчас что-то из этого выпадет. Ну да. Я вам говорил. Ладно, ставим Монте. Вот такой вот пик у нас на 7 команд получился. Не знаю, я уверен в Фейзах, уверен в G2, уверен в Маузах, уверен в OG. Но может быть еще комплексити затащит, парни. Ну, 5 у нас будет, я думаю. Ладно, давайте сейчас поставим на команду, которая пройдет 0-3. Давайте 0-3 команда, которая будет. У нас капсулка, где лежит ликвиды, энсы. Прикинь, сейчас просто ликвид падает, и которые отлетают 0-3. Офигеть. Ну, FX еще, кстати, может быть, выпадут, и они отлетят. Монгол у нас, Монгол уже стоят, поэтому мы идем дальше. Монгол, вот это Олег, опухший, который... Ладно, сори. Go next. Так. И тут нам... Gamer Legion, ну хотя бы такую, ну, боже... OG нет, у нас OG есть, поехали дальше. Блин, повторяющиеся наклейки падают, очень плохо. Хочется 0-3 кого-то поставить, и это будет турнир, я понял. Кстати, все синько, парни. Нет, это максимально скамерские наклейки, капсулы вернее. Давай, 0-3, 0-3, нам нужно 0-3 кого-то. Апексы, Gamer Legion 0-3. Ну, блин, Gamer Legion 0-3, но я что-то не верю, что они 0-3 отлетят. Мне кажется, что-то они допокажут, одну игру точно заберут. Но мы ставим Gamer Legion 0-3. И сейчас, парни, решится, кто же у нас будет на 3-0. Кстати, претенденты достаточно хорошие остались. Гейми же тоже.
Team Liquid или Энс вполне реально могут 0-3-0 закрыть. Вполне реально, поехали. Очень хочется Team Liquid отсюда выбить. Давай. Ликвиды, ликвиды, ликвиды. Комплексити уже у нас были. Так, далее. Отсюда кто у нас 3-0 может? Ну, форзы, прям с натяжечкой. Нипы, кстати, вот, нипы, да, нипы могут. Хэтрик там затащит по-любому. Давай. Монте, К2. Апексы! Апексы 3-0. Пиздец. Апексы 3-0, чуваки. Что мы напикали? Что мы надрафтили? Вы посмотрите просто на это. Ну, 5 из этого. Ну, фейзы, да. Загибаем пальчик. К2, да. Мауза, да. OG, да. Комплексити, не знаю. Апексы, нет. Геймер Лижа одну игру выигрывает. Монте, конечно, может быть, еще надежда на них будет. Ну что ж. Такой вот пик у нас с вами получился, блин. Давайте сделать прогноз. Давайте, короче, пацаны, дооткрываем капсулу, смотрите. Дооткрываем капсулу, хотя бы у меня будет право заменить одну из этих 7 команд, если выпадет выше фиолетового качества. Если выпадает розовая наклейка или золотая, я имею право заменить одну команду на свое усмотрение. Поехали, у нас остается 4 капсулы. Ну, прикиньте, реально, вдруг выпадет сейчас какая-нибудь розовенькая или золотая наклеечка, я смогу ее поменять. Ой, золотая пролетает. Фейзы, блин. Одна обычная фейзы падает, поехали дальше. Мы реально, мы ни одной фиолетовой не выбили. Все синько падает, приколитесь. Первая фиолка, yes! Юху! Блин, очень красивый стикер, очень красивый. Две капсулы у нас остается. Блин, пожалуйста, дай мне розовенькую или тайную, чтобы я смог заменить. Пожалуйста. Апекс обычная падает. И последний. Последняя капсулка, поехали. Последняя капсулка. Походу, да, походу мы оставимся с таким пикемом. Да, 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 да. За 20 капсул мы всего лишь одну фиолетовую выбили. 19 синек, парни. А вот наш пикемчик. Нажимаем сделать прогноз. Это вообще рофл, чуваки. Ноль веры в пикем. Давайте, короче, я еще свой пикем, который прям, ну, серьезный, который на 100% проход, я оставлю в своем телеграмчике. Выложу его сейчас. Ссылочка на мой телеграм будет в описании. Там сейчас проходит розыгрыш на пропуски. Ну и также я оставлю 100% предикт на проходку этапа прецедентов. Поэтому переходите в телеграм, забирайте его. Ну а с вами был Заспа, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока-пока.